Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала Уголок Любопытного Геймера. Мы с вами вновь в Dark Souls. Вновь играем, да, мы такие... Мы с вами моем. В общем... Так, какое интересное местечко. Да, я добрался в сад темных корней. В прошлой серии... даже не знаю, каким-то чудом я убил Гидру. Хотя, если подумать, это даже ведь не босс был. Ну, то есть я хочу сказать, к боссу ведь входишь через... Да, вот через такую хрень. Так, что-то мне... А, ну да. Ох ты, ничего себе. У вас сразу трое, ребят, вам не жирно, а? Вы чуть какие злые-то. Идите в баню, а? А, блин! И этот погрыз, а? Ну что ж ты делаешь-то, скотина? А, паскуда тварь! Загрыз! Меня загрызли деревья, ну это ж позор вообще. Кольцо с волком, чего там было написано про кольцо с волком? Мне нравится волк, я хочу кольцо с волком, где его взять? Так, нет, я не сюда ходил. Слушайте, сволочи, ублюдки, а, я вообще отомщу. Я все равно нежитью был. Блин, гондольеры, а? Расписные. Ай! Не-не-не-не, чувак, я пошутил. Козлина тупая, а? Эй, смотри, я здесь один. Я знал, что ты купишься, скотина. На, на. Отлично. Ну чё, а ты там борзый, да? Ты там меня убивать хотел? Вот и поговорили. Блин, это ж надо. Ну вот серьезно, тут... Все-таки качайся, не качайся, а может получиться такая ситуация, что тебя просто убьет рядовой враг, или просто там их будет больше, чем обычно, и все, и кирдык, и хана. Слушайте, я что-то забыл следить за такой штукой, как снаряжение вообще. Что тут у нас 338? А, нормально. Лук. А, тоже норм. Угу. Хорошо. А что со щитом? 195, нормально. О, шлем горгули вообще в порядке. Так, все ясно. Все нормально. Ну ладно, чё. Босс так босс. Чё? А, не босс. Что-то какое-то место... А как говорится, чё-то подозрительно. Призрачная стена впереди. Серьезно? А, твою мать! Это чё вообще? А если я тебя ударил? Давай так. Хоть. Я могу сбить это дерево? На! И на. Я избил дерево. О, господи, еще какая-то тварь. Давай, скотина, подходи по одному. Господи, что это за хрень? Что это за позорище? Я не в том смысле, что я его легко убил, просто оно такое уродливое. Там вообще статуя какая-то валяется.
Хотя статуя ли? Чё-то у меня... Боязнь к статуям-то. Не люблю я их чё-то. Чё-то они мне не нравятся. Ну ладно. О, еще одно живое дерево. И чё здесь было? Вот чё я сюда пошёл? А я здесь просто могу пройти мимо, да, но я убью это дерево. Потому что за него дают души, а души лишними не бывают никогда. Я опять куда-то пришел. Какое-то непонятное совершенно место. Что вот это за колонна такая? Ага. Я что-то вспоминал, как пинаться. Что какой-то я борзый, а? Нет, вам не кажется? Бегаю тут везде. Мне вообще почему-то кажется, что я на эту локацию зря пришел. Так, вот смотрите, вот ей-богу, а. Ты какой-то не такой. Я лучше перестрахуюсь. Давай, давай, дядя. Вот ты кто вообще? И чё, и ничего? Давайте еще раз. Прям в пах ему. Да. Нормально. Да блин, ну... Ну вот я знал, а. Вашу мать. Три жабы, а. Три жабы, ну... Отвали от меня. Где? Блин, где тут секретный проход был? А, блин. Твою мать. Чё он какой жирный-то, а? Да ё-моё! Ладно. Блин, а. Упыри деревянные. Ну, точнее, в данном случае каменные, конечно. Вот, блин, а. Давай. Подходи по одному. А! Блин. Бестия проклятая. Не трожь. Свободу попугаем. Чё я сюда пришёл, а? Чё мне на месте-то не сиделось? Знаете... Ага, ублюдок, схватил. На! Козлина, 600. Нифига себе ты. Ладно.
Так, отсюда я пришел. Угу. Окей, окей, ладно, спокойно, спокойно, спокойно. Не теряем присутствие духа, все хорошо. Все очень хорошо. Ну и что? Ну, потратил я. 3 скляночки эстуса. Ну, ничего страшного. Сюда не пройдем, ладно. А вот еще одна. Желающая умереть падаль. Давай. Давай. Вот и все, раскорячилось. Да? Да? О! Ха-ха! Я просто так не обманешь, я. Все ништяки соберу, все ништяки. Все ништяки будут наши. Смотрите. Он что-то оставил мне в наследство. Фу, гадость, зеленый цветок. А что он, кстати, дает? Давайте посмотрим. Так, зеленый цветок. Зеленый цветок. Временно ускоряет восстановление стойкости. Фигня. Кровотечение. Яды и токсинов восстанавливает статус. Лечит это отравление. Ну да, это я, в принципе, уже в курсе был. Блин, сколько у меня душ. Душ, 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 душ. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Так, и у нас еще есть проход наверх. По этой лестнице. Отлично. Пойдем. Пойдем. Пойдем поговорим. Пойдем выйдем. Чё-то это. Чё-то... Ну блин. Ну еще один, а. Ты там меня убивать идешь, да? Конечно, ты меня идешь убивать. Да? Так и есть. Идешь? Ну иди, я с тобой в тесном коридоре, еще не хватало мне драться. Ага, давай. Вылезай, сосредоточь зла. Я типа тебя сейчас из тебя сейчас котлету сделаю. Такой я крутой. Да. Ох ты бес! Ага. Чё? Ох ты скотина, а? Вы посмотрите, не нравится ему, да? Ага. Вот так вот мы и топчем вашу братью. Иди. Вот тебе так, вот так вот. Я тебе на голову наступал, ты понял? Я твою каменную задницу шатал. Так. Ну тут-то я знаю, что ничего. Сейчас как вылезет какая-нибудь шушера. Давай. Давай, я готов. Нет, я не готов. Я пошутил. Ага. Кольцо с волком. Ух ты! Вот это серьезно. Туда лучше не прыгать. Так, я знаю, что сейчас наверняка на меня нападет эта тварь, которая меня увидела. Он побежал. Он на меня обязательно нападет. Ну, они каким-то образом знают, куда бежать. Эти кусты, они знают... лес. Ну, сад. Черт, все знает. Как свои 5 пальцев, короче. В общем, они здесь свои в доску. А я здесь чужой. И они знают, куда бежать. Они знают, куда бежать, чтобы меня обижать. Ну и черт с ними. Ну и черт с ними. Главное... Не отвлекаться сейчас на это колечко, которое я очень хочу посмотреть. Я даже не знаю, вместо которого его ставить. Проблема-то... Блин, этот куст, куда он побежал?
Проблема на самом деле в том, что вместо чего ставить-то, я не очень хочу менять кольцо дурного глаза. Потому что у меня сейчас щит не полностью восстанавливает, ну, блокирует атаки физические. И я все равно огребаю немножко, я откатываюсь назад, когда убиваю кого-то. Получаю здоровье и как бы в ноль работаю. Так, а кольцо с синим камнем, оно, в принципе, конечно, мне спасало жизнь не раз, но вот что... Что за кольцо с волком? Улучшает баланс. Кольцо с волком — одно из особых колец, дарованных четырем рыцарям Гвина. Кольцо волка, принадлежавшее Арториусу, путнику бездны. Арториус имел несгибаемую волю и бесподобно владел большим мечом. Угу. Хорошо. То есть оно улучшает баланс. А, нет, в принципе, неплохо, но не знаю. Меня сейчас пока все устраивает по балансу. И вообще, мне очень интересно стало в последнее время история вот этой вселенной. Ну, вставай, поднимайся, рабочий народ. Хорошо. Иди сюда. Биться будем, гадина проклятущая. Ага. Давай, еще разок. Зря ты это затеял. Медитировать, это ты с другим с кем-то будешь. А со мной ты будешь не медитировать, а огребать. Вот. Так вот, насчет истории. Кто такой Гвин? Гвин ведь это... В самом начале показывали ролик, там был такой... О-о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 -
этих тела и два куста. А кусты-то что-то оборзели в последнее время. Давай. Куст. Ага. Давай. Подходи. Гасконец. А, нет, это простые кусты. Хм, странно. Ну ладно. Так вот, Гвин — это один из тех, кто стал обладателем огня волшебного. И вот пишут, что у него были какие-то рыцари. И я нашел кольцо некоего Арториаса. Так, хорошо. А, слушайте, смотрите, я еще одного вижу. Ёкарный бабай. Что ж там такое лежит-то, а? Все еще бежишь меня убивать? Да я хороший, ну. Хорошо. Я даже не знаю, ну. Давайте побегаем вокруг сначала. Потому что еще не хватало, когда начну кружиться с этими великанами, чтобы мне кто-нибудь присунул. Никакого желания нет. Что здесь у нас? Пишут. Оружие впереди. Хорошо. Вашу мать. Это вот ты тот самый мятежный куст, который меня искал. Мстительный, падла, мятежный куст. И ты меня настиг, типа, да? Ну ладно, ладно. Мне что-то не страшно ни хрена. Смотрите, а вот это дерево, это такое же? Шевеля. Ага, хрен тебе. Воу! Это ящерка. Фига себе. Смотрите, какая тварь прикольная. Оп. Оп. Я ее даже не видел. Вот
у меня просто привычка уже везде ходить с поднятым щитом. Партизан. А, что за партизан? Какое-то хорошее оружие, что ли? Партизан. А, партизан. Все, капец, заговариваюсь уже. Так, давайте почитаем. Тип оружия копье. Обычный выпад. Копье с клинком на конце. Позволяет держать дистанцию и наносить резанные раны. Это копье подходит для разных ситуаций. Его сила кроется в большой длине, но в ограниченном пространстве она лишь мешает, и оружие бьет со стены. Угу. Так, а выпад-то что? Выпад же есть. Нет, вообще я с копьем хотел давно походить, но ну не с великанами же биться. При помощи копья, честное слово. Да и оно совсем не прокачано. То есть, если я мечом леплю такой существенный урон, то этим партизанам я буду бить довольно слабо. Я буду бить слабо, как баба. Ну где? Кто-нибудь? Ага. Так, вот еще один пассажир. А, вот еще одно дерево. Давай, вставай. Я знаю, что ты есть. Да ну. Ты что, не хочешь меня убивать? О, это было опасно. С одного захода все-таки этих ребят сложновато мочкануть. С одного захода я имею в виду, когда он только начинает подниматься. Не-не-не-не-не-не-не. Я тебя вижу, падаль. На. Вот не думал, что это говно еще и спрыгнуть может. А, оно может. Блин. Я уже так это раскатал губенку-то, что... Я его быстренько... О, еще один. Отлично. Протащили. Так, ну и насколько я могу судить... У нас остались только два вот этих вот, которые меня будут грызть. А, не, нифига, еще один куст. Да что ж такое-то? Сколько ж этих кустов тут? Да нифига ты! Че все какие борзые-то, а? Давай ты один встанешь, а? Вставай, поднимайся, рабочий народ. Да. Да! Ну чё, говорила? Ах ты! Покосили, Гаврилу. Не без жертв, конечно, но... Последний Гаврила остался. Вставай, пень!
Ага. Ну вот и ладненько. О-о-о, это, видимо, круто. Это, видимо, круто. Засада. Спасибо, дружбан. Очень своевременно. Я уже все вижу. Главная засада была написана там, где они бы на меня уже сагрились. Так что это уже даже не надпись была, а просто ловушка какая-то. Так, ладно. Давайте посмотрим, что за сет рыцаря. Смотрите, а шлем Гаргульи, он все равно лучше получается. Вот посмотрите, он и по броне круче. Давайте посмотрим хоть как он выглядит. Доспех элитного рыцаря. Наручи тени нет. Где? А, вот. О, так это же тот самый доспех, который на всех картинках. Да, тяжеловато, конечно, для меня. Жаль, но расстанемся. Но, в принципе, в потенциале, если он вообще, в принципе, доступен для улучшения, то я нацелен на то, чтобы его носить. Почему? Ну, я уже говорил, что я хочу на средние доспехи переключиться. Хорошо. То есть не хорошо. Так, куда меня принесло вообще? Сколько там? Ага. Что-то такое красивое. Но блин, зная Dark Souls. Эта штука будет меня убивать? Нет? Будет меня убивать эта штука там чё? Йо-хо-хой, бутылка рома, вы посмотрите. Узенький мостик. Ну вот это вот сочетание прям очевидно говорит, что это босс. Это дверь, а это... Кто это? Еще что ли дракон? Ну блин, ну сколько можно? Сплошные драконы. Я тебя... Чё, из чего я тебя буду? Из лука буду бить? Ну давай, из лука буду бить. Хотя нет. Наверное, надо сначала посмотреть вообще, как тут чё. Ты вообще кто? Вау. Ох ты ж. На. Так чё? А чё какой медленный-то, а? Птица! О! Ох ты так, да? Приятно. Ну ты запарила, а?
Так, лунная бабочка. Душа лунной бабочки. И чё? Человечность? А, во, 10 тысяч душ. Я уже испугался, думаю, что такое? Я... Это босс был, да? Что-то как-то это было очень плавно и тупо. Не знаю. Ну ладно. Так, нет, погоди. Сейчас не вылезет какой-нибудь второй, нет? Не очень хотелось бы. Да сейчас вылезет какая-нибудь вторая тварь. Нет, нахрен. Чё? Чё мне дадут? Куда я вообще бегу? Куда я вообще бегу? Куда я прусь? Так, там что-то написано наверху. Смотрите, это кузнец был. Такой же, как наш. Ключ от подвала сторожевой башни. Ладно. Небесный... О! Небесный уголь — это просто чудо. Бей прыжок. Чего? Куда тебе прыжок бить? Вбил бы я прыжок тому, кто это посоветовал. В одно место. Ну да ладно. Хорошо. Хорошо. Я нашел какой-то небесный уголь. И это очень, очень, по-моему, замечательно. У меня осталось 5 фляг с эстусом. У меня 18 тысяч душ. И я вот все теперь я в раздумьях просто. Куда мне теперь ломануться? Ну, в принципе, я сделал, что хотел. Чего? А, прикоснуться к кровавому пятну. Ну, это я знаю, тут тебя убили. Тебя убила вот эта вот прелесть. Нет, ну это реально странно. Я не ахти какой игрок-то. Надо мной, наверное, половина тех, кто смотрит прохождение, смеется. Как я тут косячу, но... не знаю. По-моему... Может, она не сделала какой-нибудь коронный приемчик в мой адрес, и я просто... Не видел всей мощи лунной бабочки. И не познал там всей глубины отчаяния. Но, блин, я реально не видел ничего в ней крутого. Хорошо, ладно, чё. Убил и убил. Хвастаться больше не буду. А, теперь идем. Давайте пойдем к костру. Мне бы, конечно, больше не души нужны, наверное. А ты что танцуешь? Ну, танцуй. Я знаю, что я тебя убил. Мне ведь больше не души нужны, по большому счету, а всякие приколюхи типа титанита. С другой стороны, титанит ведь я смогу купить и у нашего кузнечика. А давайте, знаете что, давайте серию закончим, а потом у меня еще одна мысля есть, и я ее хочу... организовать. Ну ладно, давайте. До скорого свидания. Ждите новых серий. Спасибо, что смотрите. С вами был Любопытный Геймер. До связи.